Официально для повышения результатов повесили флаг. Вот и завершается наша экспедиция по реке Унгетын. Конкретно обследованы верховья, среднее течение и нижнее течение. Из четырех обследованных нами распадков, где произрастает аянская ель, в трех, по крайней мере, мы обнаружили пребывание дикуш. Значит, дикуш здесь достаточно много. Это именно в верхнем течении реки. В среднем течении у нас аянская ель встречается только единично. Мы следов жизнедеятельности дикуш не обнаружили. Ну и в нижнем течении там произрастают в основном ель сибирская, аянской ели не видно было. И думается, что она, может быть, и встречается, но это надо обследовать в зимний период, когда можно увидеть конкретно поеди ели аянской. Ну и думается, что надо исследование продолжить конкретно в других речках. Мы, к сожалению, не смогли попасть в Туксани, в Алгому, Гертанду, где ранее, в 2000-х годах, вид был довольно обычным. К сожалению, не можем сказать, какая сейчас там обстановка. Но, судя по Унгетыну, численность дикуши стабильная, видимо, с тех пор так и было. Думается, что антропогенная пресса конкретно там не будет, кроме если будет дальнейшей разработкой. Вот. Нам здесь очень помог эколог Эгинское месторождение. Вот. Он не только возил нас по Унгетыну, да, от избушки к избушке. Вот. Ну и помогал с продуктами. Думается, что, во-первых, ему большое спасибо. Думается, что именно вот такие люди, как Сергей, вот, очень заинтересованы, чтобы дикуша выживала здесь. Ну, я думаю, что ребята поработали на славу наши. Вот наш студент впервые в таких местах. Ну, Руслан, конечно, человек опытный. Он конкретно начальник нашего отряда. Вот. Он все продумывал. Обсуждали мы с ним вместе, куда идти, как идти. Ну и думается, что довольно удачно, если бы не только эта история с медведями, вот, которые съели нас запас. Ну и у Руслана палатку, спальник разорвали. Вот. Да, мой бинокль. Ну и термос жалко. Ну и рюкзаки, конечно, пострадали. Вот.
погрызли ботинки, ходить можно. Вот. Думается, что эта экспедиция нам запомнится. Ну и в дальнейшем мы сделаем нормальный отчет, потому что обследованные места обитания были заложены площадки, где провели описание растительности. Вот. Ну и думается, что вместе с ботаниками сделаем подробную карту, по крайней мере, Унтытына, вот, где будут указаны места обитания нашего вида, который мы изучаем. Вот. Ну и хотелось бы, чтобы в будущем руководство министерства нашего переговорило с представителями ЭГУЛЯ, и чтобы экспедиции здесь проводились не только связанные с дикушей, тут есть ряд видов краснокнижных, не только птиц, но и млекопитающих, ну и, конечно, полностью надо обследовать именно растительный мир. Вот. Тут тоже много краснокнижных видов, в том числе очень редких. Я думаю, что по итогам нашей экспедиции наши руководители министерства, дирекции сделают выводы. Ну и думается, что, как мне кажется, прежде всего надо с руководством ЭГУЛЯ договориться насчет дальнейших исследований. Вот так. Все убрали, все подмели. Завтра уезжаем с утра. Вместо рюкзаков у нас мешки будут. Сейчас я взрываю, аж стекло дребезжит. Уже второй раз за несколько 10 минут. Так, 6:30, уже все собрали. Вещи. Оставляем тут макароны. И комаринки. Батарейки тоже целые. Фонарик. Подзаряжается из USB. Все подмели. Взяли просто такую. Мешки, которые мы в кордоне нашли, поняг оставляем, поэтому но будет мешаться, наверное, на такси, там самолет. Зачем ты гаста? Ладно. Билдинг кундин тагады. Так. Тох кухан болла. Кухонный дед. Я был на борту, да, так он на этом плече. Да, понял, на хапугом тести, да. Мне кажется, пора приема, да? На борту, что? На те салане интернет камеру рирать, да, вот это. Кади Петрович, дай. Кади Петрович, что? Нормально задание берет, да? Ох, нормально. Кейтельпех,
Кейн район мене. Ванны бұл түт ағайық болан нормальны бұрды. Даже зумуғын бұқа фол мәні күрдеуд. Тәсендері бірі бадыраны ем болан. Сол есіше батып көстір. Кыл әлбәқ. Онна кыл табақ олы әлбәқ. Таяқ олы әмәл бұқ деп күрді. Түт ағай арас. Арас мен дақ түт ағы бір қамған жылдар. Онна Мұғыты елбақ маскөтірі дәлі бейі көрдейді олары. Аллах олары. Атырдары көстіп әттір қандары көрілерді қайдақты да? Көрілді қойылады. Мүйет яқын адық. Так көрілер ағайық болан көрс еген ағайық. Түккей Гугл әрі көрдейді. Түкчіңілер бағылар ағайық. Қайла ағет болуым көтер ағаяқ. Қайла ағеттер көрінік. Көріңі да ағаяқ. Оны количествоты да ағаяқ болыр. Жанлары үксін көлелер әтелгі мистер Жденева. Москваттан, там Россия регионалдан барыдықтан көлелер әтелгі. Үксін Новосибирск айдары бітті. Онтын прямой рейс бар олейін. Ағалар хем бағалар, бен ама бұдан ағайықтар. Бейірі маға көштір. Бейі көрді жандар ағайықтар. Олейін қайдары көрелер өте фекірлі қойдады. Бұры спецсов қалақтар. Олейін ұстыматым, тоғайда қына түкен үлі әбәттір көрдік. Әбілі әбәттір бала. И завтрак тех пут, там тут сразу были петерлосом какой-то вид. Она на такси косьёх пола, и бегает ебит, и бит ты уже в городе кайных тах пут. Он курдук. Булан бы. Да, сына вот кадя, масына вот кадя хабара. И туй, декларация. Эти мин, хамлат. Куркай у калиха, раз масына. Так, стоп, чап. Ой, мы тогда вот. Холода. Он дверь в чёрном была. Мы ехали ведь сейчас кафешка, потом дальше. Да, крутой. Здесь вот стоит. Смешной такой. Ретро-стиль. 3:30. Сейчас будем выезжать с котами. Помню, заправка-то от Алиаста. Ну все, подключили. Әлік бұрымыз бейінді атып өт. Сағылы тұрылыр, ұлғамыз 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 ұлғамыз